Всех приветствую в эфире Russian Music Box. С вами Даяна Брюк и значит в эфире News Box. Самый информативный микс новостей из мира российского шоу-бизнеса. Оставайтесь с нами, чтобы не пропустить много интересного. Роботы вместо людей или что такое робо-елка? В Кремле прошел концерт Брэндона Стоуна. Московский грузин Надар Ревия устроил сольный концерт в самом сердце столицы. Самое интересное об этом и не только узнаете через несколько секунд в новом выпуске News Box. Уже не в первый раз в Москве проводится мероприятие под названием «Робо-елка», на котором дети, а также их родители могут не только увидеть новогоднее представление, главными героями которого являются роботы, но и посетить робомузей и оценить новейшие изобретения инженерии. Могут ли роботы заменить людей и какие именно экземпляры представлены в этом музее? Подробности в следующем репортаже. На ВДНХ в павильоне номер 2 открылась невероятная интерактивная выставка под названием «Робостанция», в которой представлены последние технологии инженерии и различные удивительные роботы, с которыми посетители могут поговорить, поиграть и даже самостоятельно запрограммировать. Робостанция – это интерактивный музей, все про роботов, про инженеров, про робототехнику. Здесь уникальные экспонаты со всего мира, и основная направленность – это семейное посещение, но часто интересно и взрослым. На выставке можно будет увидеть танцующих роботов, робота-няню, посоревноваться в игре в баскетбол, отгадать загадки и даже погладить маленького робота-тюленя, разработанного специально для помощи людям с нарушениями здоровья. В музее также можно побывать в виртуальной реальности, отпраздновать день рождения и записаться на курсы по робототехнике. С 17 декабря по 8 ноября специально для самых маленьких гостей будет проходить робо-елка – познавательное новогоднее представление, главными героями которого станут не только дети, но и сами роботы. Эта сказка как раз сделана сюжетно для детей от 3 до 9 лет, но она будет интересна и детям постарше, в возрасте 10-12 лет. Это приключение двух главных героев, мальчик и девочка, которые попали в сложное пространство под названием робостанция. Ничего им поначалу не понятно, они разбираются, потихоньку знакомятся с роботами и даже знакомятся с братом Дедом Морозом. И во время спектакля будут показываться научные опыты, химические опыты. Это будет такая научно-популярная елка, в которой ты не просто проведешь хорошо время, но еще что-то узнаешь о строении мира и в современных науках. Экскурсоводы расскажут посетителям о том, как роботы работают, откуда они прибыли и в каких профессиях они смогут заменить даже людей. А юные робототехники смогут весело провести время, узнавая много нового о загадочном мире роботов. В дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца состоялся концерт замечательного исполнителя Брэндона Стоуна. Великолепный голос широкого диапазона и романтический шарм помогли ему завоевать популярность во многих странах Европы, Америки и на территории стран СНГ. Брэндон исполняет свои песни на русском, английском, немецком, испанском, французском, иврите и грузинском языках. Какими еще талантами обладает певец, саунд-продюсер и композитор? Узнайте из репортажа Анастасии Коневой. I'm on my knees for you, 'cause I give it all I have. В преддверии самого светлого и любимого праздника в дипломатическом зале Государственного Кремлевского дворца прошел концерт продюсера, композитора и певца Брэндона Стоуна. Очень рад, что это произошло. Очень часто меня спрашивали, почему ты не делаешь большие концерты в Москве. Как-то мне хотелось, но я боялся. Вот. И сейчас решился все-таки на такой зал и очень надеюсь, что сегодня всем все понравится. Постараемся уложиться компактно, но чтобы все показать. То есть все песни, которые я писал себе, разным исполнителям. Будет очень душевно. Брэндон
Шерон Стоун известен не только как исполнитель, но и как автор хитов других артистов. Он пишет стихи и музыку на нескольких языках и работает в различных музыкальных жанрах. В Брэндоне есть совсем немножечко грузинской крови, и благодаря этому, вопреки этому, или просто вне зависимости от этого, Брэндон пишет потрясающие песни еще и на грузинском языке. И вот как раз песня «Дорогая Грузия моя» — это был наш первый дуэт. Замечательный композитор, он замечательный музыкант. Я могу сказать только много-много только хорошего о нем. Просто будем танцевать. И рост будем. Просто будем танцевать. И рост будем. Брэндон не только мастер своего дела в творчестве, но также замечательный друг и товарищ. Он безумно талантливый, конечно. Безумно талантливый, виртуозный, играет на фортепиано, поет сумасшедший, очень... талантливый композитор, музыкант, певец. Вот. Он очень внимательный, что очень важно. Собственно говоря, даже не буду всех перечислять, он классный. Один из немногих людей, с которыми мне поется, как будто я летаю. Я на студии, когда записываюсь, обычно часы просто мне требуются на то, чтобы раскрыться, как-то довериться. Такой очень трепетный, интимный момент. А с ним, прям с первой минуты. На днях в стенах одного из московских ресторанов состоялся сольный концерт одного из наиболее ярких участников второго сезона телепроекта «Голос» Надара Реви, а также презентация его новой песни. Когда музыканта посещает муза, какие планы на новогодние каникулы и свободно ли сердце горячего юноши? Подробности в репортаже. Такой лазурный небосвод сияет только над тобой. Молодой музыкант Надар Реви решил устроить праздник для своих родных и близких людей и собрал их в одном из известных грузинских ресторанов в центре Москвы для того, чтобы исполнить свои самые лучшие песни. Яркое участие музыканта в проекте «Голос» обеспечило Надару активный гастрольный тур по России и другим странам. Я понимаю, что те задумки, которые есть у меня и у моих музыкантов, не всегда возможно осуществить за счет того, что иногда зритель не готов это воспринять, потому что это слишком замудрено. Вот. Так что мы пытаемся совместить наши предпочтения и предпочтения нашего слушателя. Лучший подарок для музыканта – это любовь и уважение его слушателей. Поэтому в преддверии Нового года Надар решил презентовать песню. Сегодняшний концерт был посвящен презентации песни. Песня называется «Ты моя любовь», и я очень надеюсь, что в скором времени я на эту песню сниму очень хороший клип. Песня о зависимости мужчины к женщине, о любви и о признании любви, крича и при этом восхваляя женщину. Надар Реви признался в том, что сердце творческого музыканта всегда занято музыкой. We'll be right back.
Настоящий джентльмен на сцене и в жизни – Эмин. Москва действительно никогда не спит. Премия в клубе Awards. Цена красоты или девушки от 175 сантиметров всегда в тренде. Об этом уже завтра в 19:00 на Russian Music Box. На этом все. Мне остается только напомнить вам чаще заглядывать в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также лайкать и комментировать фотографии в инстаграме телеканала Russian _ Music Box. С вами была Даяна Брюд. Всем мир!